Здесь я жене Валентине купил вот 3 месяца назад золотые ботинки. Неужели их похоронят в золотых ботинках? Это ужасно. У меня заболели ноги. Все завидовали здесь бабы вот в этом магазине. Золотые ботинки. Я мужу не, конечно. Ой, злодеи левые, завистливые, подлые, поэтому злые получаются. А здесь я покупал прошлый год лекарство. Нога у меня была порча, опять же, 25 октября. Ужасно. Год назад здесь страдал, бегал в аптеку, мазал ногу. Нога была черная вся. Ужас, и наказала меня вот, ну, через вот Валентины. Сволочи наказали, бандиты. Сыновья ее. Мрази не давали мне встретиться.